Блин, она выкинула. Помрчи в дискордике. В общем, я нашла ножик там. О, ты, так, меню сейчас я... попробуй X. Да! Все, готово. X. Але ти не можеш поки себе пернути. Іди гуляй, давай. Єпі. Єпі. Єпі-єй. Єпі-йоу. Єпі-єй, єпі-йоу. Ні. Ну, якраз починаю на нову гру. Я представляю себе Мазеловим. Ти Мазелов. Ні, я Мазелов. Ні, ти Мазелов. Можна я буду Кела озвучувати? Можна я Кела буду озвучувати? Да. Я вмію. Ох, блін, какого чорта, Обрі? Це точно Кела голос. Ти всі карти розбросала. Я выигрывал вообще-то. Да ладно, Кел, не нужно злиться. Это же просто игра. Да. Это я и Андрюха. Андрюха. Вот не надо мне тут хера. Ты так говоришь только потому, что проигрывал. О, придумала. Можешь найти мою душевую игрушку, Амор? Пожалуйста. Пожалуйста. А если нет? Телек подивись. А если нет? Ой, это что? Это сестра моя там, да? Такая красивая. Так. Вот такого-то знакомого. Ну кто? Ну кто ж ты, может, будто? Так. А Мори нашел ее. К счастью, у меня есть настоящие друзья. По делам тебе, Кел. Будешь знать, как обижать других. Не, Обри первая начала. Это она надо мной смеялась из-за родинки на моей... На твоей... Чем? Обри. Ладно. Ладно, прохладно. Котики падают через эту дырку. Обри где? Кел! Ура, свежий воздух наконец-то! Мне уже нравится эта прогулка. Прогулка, ну и же идем, пошли. Я просто выбачаю, чел, я вы. Эй, подождите! Обри ФТС. Помогите, парни, я застряла. Ну, блин, только если скажешь слева. Отстань кривляться, вытащи меня отсюда. Ладно, хорошо. Побыстрее нельзя было? Бич. Ну прости, принцесса. Бич момент. Ня-ня-ня. Так, хочу туда, можно туда? А ты знаешь, что там? Ты карту знаешь? Че ты знаешь, Тикило? Я не знаю карту. А я знаю карту. Я точно картографом была бы. Не, я не знаю. Я была бы провідником, який... В грі водить всіх туди-сюди, каже, а я знаю, куди йти. Це коротка дорога. А, блін, ми заблукали. Ой, йомою, що це за монстр? Ну, все одно це коротка дорога, коротше, я тут все знаю. Все. Це точно я. Ні. А, ні, це море. Ладно. Хочете построїти точні танки? Да, я хочу построїти точні танки з людьми. Давай, Кел, машина. Машина, Кел. Я Кела люблю. Ну, Кел классный. Кел, здрасте. Маринка, привет. А ты куда звалила? Ты боишься утонуть. Отсылка на Безела. Отсылка на мене. Я Базил Кинни.
Я боюсь всего. Я... от би мені вінок зробити. Хочу зробити собі вінок, але не можу, бо в мене руки крюки, я не знаю, як це робити. Коротше, якщо я приїду, чел, ти мені обов'язана навчити робити вінок з кульбабок. От точно. Ти просто поки боїшся... ти боїшся поки павуків, треба цей страх побороти. Я малюю, малюю, що то там. Можна понюхати дерево? Можна. Ура! Существа. О, Марина. Маринка. Маринка. Маринка моя мама. Я хочу, щоб вона мама моя була серйозна. Ну, вона така, знаєте, мамі різ. Марі, Базі. Марі, Базіл. Ілі, а, ма... Подожди. Марі. Марі, Базіл. І від мама слово. О. А вона ще піаніно, як у Пьору. Прям вообще мамі. О. О, привіт, Одрі. Всім привіт. Як ваше діло? Кел опять меня обижает. Ой, який правильный Кел. О, нет. Какой же он Кел? Как он мог? Я ее не обижаю. Просто Обри плакса. Я всю правду кажу. Нет, нет, нет. Эх. Погодитесь вы двое. Почему это постоянно происходит? Вы же у нас Хира. Посмотри на себя. Весь такой ответственный. Мари Виз. Мне тоже не нравится. Как-никак. На фотографиях можно, так ли? Безил, Безил, зацени. Чё, 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 чё там, чё там? Давай, Безил, сфоткай меня. Бензин! Аля, ты можешь случивать Бензин, Аля. Я можу Ща, ща, який ему голос так? Какой хочешь? Ща, я дуже ж смешный хочу. То есть, нам просто притвориться, что тебя здесь нет? Бессылка на лор. Ахахаха. Да, можно так сказать. Хорошо, я так могу. Пішов нахер, Безик. Це просто, я зараз перечитую це все, і вони якби, вони ж забули Безіла. Ух, озвучи Безіла, бо в мене горло вже болить. Так, що тут? А, хорошо, ну там нічого не стало. Блін, Безік, давай не сумнівайся в себе. Уверена, фотографии прелестные. Ты права, Одри. Прости. Я постараюсь побольше в себя верить. Ах, братская любовь. Сегодня мы устроили пикник. Море решила все сфотографировать. Улыбочку. А море тупо камень. А море... А море такие, чё я тут забыл? Чё за... И подумать, что это кто такие? Эти фотографии очаровательны, да? Ты знаешь, что это впечатлительный момент? Но не все фотографии мои. Мари иногда берет камеру. Разве что иногда. Эй, у меня идея. Вы же хотели сходить ко мне в гости? Да, блядь, я буду читать вот шутку. Я недавно закончила высадку саженцев и хотела им всем показать. Я думаю, будет нам. Пойдемте. Они очень милые. Давай, звучит весело. Пошли. О, да. На многоножках. Да, я хочу кушать. До речи, це поповнює тобі ХП повністю. Зберігатись тут дуже важливо, бо якщо ти не збережешся і вийдеш, то капзда. Що?
кажу, якщо ти обереш... А що ти за обереш... Якщо ти обереш Hero і зайдеш в будь-який магазин, будуть знижки. Бо він тут, типу, місний красунчик. Він красавчик, і у всі в ігрі такі, о боже, що це за мужчина такий, Емочка. Ема. Лев, Ема. Коребочка. Ку-ху! Клоун. Клоун Риз. Привет, друзья. Він якийсь навершив. Это Сёма. Это женщина. Женщина, друг. Ну не всё равно. А вообще это деревня. А это они не на голове стоят, а лежат? Чел! Так, Рен, поздоровай. Поздоровай. Чел! Якби вона стояла на голові, вона би ці... Ну, моя лучшая подруга. Она мало говорит, но очень умная. Ноус. Ноус цепёрл. Ноус, блин. Ноус, блин. Прости, Верли. Боюсь, нам придётся отказаться. Мы сейчас направляемся домой к Безилу. Так что, пішов нафиг. Не так быстро! Опять вы меня избегаете? Да что с вами такое? Дело в моем лице? Моей суровой внешности? Это ты. Ну я хотя бы лучше, чем босс. Скатерть и дорожка. Так, хочешь поиграть в прятки, Бейзл? Меня бы устроил любой вариант. О, блядь, что? А? Мы не то, чтобы очень торопимся ко мне домой. Пусть лучше Амори решит. Хочешь? Амори, мы лучше друг. Давай. Ты не знаешь, что играешь в прятки? Нет, я не знаю, играть в прятки. Чел, почекай. Сейчас. Я хотел сказать, но я смеюсь, я не могу сказать. Давай. Давайте дали без обеда. Я пока не иду, потому что смех. Ты хочешь, покажу пенис? Смех! А у меня концерт уже. Ладно, козявки, слушайте правила. Мы проведем увеселительные действия в форме игры в прятки. Раздаю палочки, так? Берли, я тут просто она. Покемона хочу споймать, я сейчас. Все получили по соломинке. Берли, это она. Хорошо. Так. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, кто вода. H2O. H2O? Что за H2O? Так. Типа вода. Похоже, самая короткая соломинка у Амори. Ох, погоди-ка, шо, Амори вода? Вода. Аж два. Просто додай воды. Нет. Справишься, Амори? Если хочешь, я могу занять эту роль. Я не против, правда. Один. Начали! Начали! Капец, ты такой рыжий, блин, со смешки. Кел! А, ты меня нашел! Теперь я могу помочь тебе найти остальных. Я ненавижу таких людей, которые начинают помогать, типа, искать. Да они просто за ним ходят, чел. Оказывается, если так много мест, где можно спрятаться, здоровяк вроде меня. Но мне все еще весело. Пока Берли счастлива, счастлив я. Лав. Ноуз идет. Ноуз идет. Если будешь шуметь, я заслышу. Ноуз идет. Бан идет. Бан? Мы в пятницу, помнишь? Ага. Я читаю Кила. Мы вас нашли, бан и ноуз. Ноуз нас нашли. Получаешь бан. О, я не могу тебя сбиться. Идем поздравить ладушки.
Вы нашли меня, значит теперь я найду себе новое занятие. Что я придумала? Считаю алфавит наоборот. Я, Ю, Э, И, Ч, Ш, Ч, Г, Н, О. Це я бы послушал полную версию. О, ты нашел меня, блин. Давай вместе найдем диктантный хамор. Челса, ты озвучиваешь? Да, это я. Голос твой просто капец. Хочу трубочку озвучить. Ага. Вы искали довольно долго. Я думала, что дохнусь. Такое мое укрытие. Неплохо, да. Меня. Она закупала себе? Чё, а вроде? Может, ты столиц пошёл, да? Неожиданно. Хвалю. А где это? Давайте посчитаемся. Базил. Визил. Базил потерялся. Смирно! Ну, сейчас знает это. Все разу. Красотка. А где? Бензин. А где бензин? Бензин сгорел. Кажется, я выдернулся за сотовое дерево. Базил, ты где? Нас слышишь? Бэзил! Бэзил! Можешь уходить? Ты победил! Эй, Бэзил! Я не можу кричать, бо якщо я закричу на всю хату, мама, блин, скаже, що я якась дивна. Босс! Ты должна была догадаться, что это ты! Ах ты прямо негодяй! Отпусти Бэзила! Да что Бэзил тебе сделал-то, блин? Бэзил наш друг! Не смей его обижать! Отпусти Бэзила, босс! Он не сделал ничего плохого! Вы тупицы! Думаете, что это из-за Бэзила? Не глупите! Вы знаете, зачем я здесь? Как вы смеете не приглашать меня играть в прятки? Это я вам показал, как в них играть. Вы даже играете неправильно. Какие могут быть прятки, если нет никого, кто толкает? Мой венок! Венок! Ладно. Как ты мог, подлый скот? Отпусти его, хулиган! Нет! Если я не могу со всеми играть, тогда никто не может. Вчера. Теперь эта территория только босса. И вам здесь не рады! Чел, а ты не боишься, что мамка твоя придет и скажет, что ты орешь, блин? Нет. Так. Босс трусит костяшками? Это что, папирус? Кроме Кела, он будет надоедать. А надоедание, воно ж тільки всіх злить. Ти зараз боса розізлиш, а він мощним став. Больно? Це вже не весело. Типа как бы лол. А ти що, Аморі? Удар телом! А чо Аморі постійно сумний поймав? А, ні! Всі хлібами стали, блін! Хлебу. Хлеб. Хлеб. Моча. Амори не сдался. Как ты на ног стоишь? Дрожается, чувак. Роби нокаут цьому боссу. Босс почернів і здох. Какой стоит? Бэзил, ты цел? Андрюша, тут надо Бэзил. Бэзил, ты где? Куда ты дився, Бэзил? Мы тут залито озвучку робим. Быстренько, давайте. Давай. А, не волнуйтесь обо мне. Я в порядке. Босс, должно быть грустно видеть, как твои... Как люди веселятся без тебя. Но это не значит, что ты можешь портить им веселье. Да знаю я! Хорошо, что Амори выдержала последнюю атаку, а то мы бы все стали тостами. Все в порядке.
Я ему верю. Когда вы сражались, он очень старался меня не поранить. Это правда был? Ё-моё, уже 9-я година? 10-я година, ё-моё. Да. Мне мама сейчас, знаете, спину погнет. Ну ладно. Я просто кричать уже не зможу. Я кричать уже не зможу, мабуть, за все. Слышать не хочу, как ты им брёшь. Это моё место. Здесь никому не рады. Чел став деревом. Що? Не, ну я люблю чорних персонажів, бо вони такі наче загадочні. Це пустота, це чорнота, це тінь, це страшно. Коротше, тобі посоветують, що куплять? Да. Ну дивися. Героїн. І це теж. Коротше, купи, а подарок що робить? Покажи. А, ну купи, я не знаю, цукерки. Багато цукерок. І, може, один всіх яблучний грибів? Сік. Ну, багато. Скільки у тебе грібішків? 72. А яблучний сок купити? Ті. І там, коли ти сумуєш, у тебе сік витрачається, і щоб цей сік не витрачався, треба або зняти емоцію, або пити цей... Я не знаю. Дом базіла. Бабіль. Дом бензина. Бензин. Дом бензину, це... Подожди, Амори, мы же собирались ко мне домой. Он просто... Блядь, на юбу пошёл. Я тебе сейчас пизду. Он давно закончил высадку, саженцы. Хотел бы вам показать. Пойдем, они очень милые. Бабиль, я тебя люблю. Плакать сейчас буду. Рил. А чё? Ну, это просто сумно. Эти цветы называют лилиями. Говорят, что они отгоняют злых духов и помогают им в светлое будущее. Пожалуй, они напоминают мне о Мари. Она всегда помогает мне оставаться позитивным. О нет! Ростокрот! Имба, чел, я хочу его плюшку. Ого! Ого, кел. Я же сказала, ого, кел. Ну ладно, давай далее. Что это за уродливое растение или животное? Что это? Ты не знаешь, Кел? Это ростокрот. Ростокроты разумные существа, но они становятся очень опасными, если заблудятся. Пожалуйста, мистер Ростокрот, прекратите задавите все цветы. У тебя лопатой пизденой, если не перестанешь. Б'ємо його, пацани, щас на забив. Ростокрот на забив. З ростокротом на забив. А Морі просто я, блін. Коли здала тест по математиці. Ні, в карман, карман жовтий. Дуже корисна штука, до речі, цей журнал. Тобі почитати би треба. Коли, наприклад, голодні битви будуть. Заблудившися. Ростокрот. Опасное враждебное уродливое растительное существо. Называет себя умным, но не верит. Правда. Пахнет грязным бельем. Но все равно умнее. А мой. Эти тебя называют гладиолусами. Я их понимаю нахуй. Гладиачем? Шо? Гладиолусами. Так же стыкят. Шпажники. Как можно догадаться, что ты не будет носить в воле? А он чисто дальше. А кого-то, кто стоит за свои идеалы. Голос напоминает Обри, потому что она всегда честна тобой. А со мной. А, понял. Блин, Андрей, я тебя сейчас бью. Не ты хочешь забираю, сказать, ладно. Что Обри очень упрямая? Неправда. Ага. Ладно, идем дальше. Ну как там с деньгами? С какими деньгами? С какими деньгами? Дальше это выбор. Ну нет, опять! Пожалуйста, мистер Ростокрот. Распиздите. Перестаньте крутиться, вы портите цветы. О, не. Він так ультанув. Хеппі Ростокрот!
Посмотрим. Это после. В таком случае у него выше шанс ударить по слабому месту и нанести больше урона. Но также и больше шансов промахнуться. Боже, який кайф. У мене є своя кімната. Я блін. Ой. Кайф. Я можу ходити по своїй кімнаті. А я теж хотів би. У вас нема своєї кімнати? Ні. Блін. Ми украли у кого-то. Настя, приїдь до мене, я тобі свою кімнату твою дам. Будеш жити у мене. Ура. Ура. І всі знову... Не хлебушку. Мені було зручно, я просто собі на стіну повісила ось це, от, намалювала емоті і повісила. Прикольно. Можна подумати камеру, я положила тебе в карман, щоб ти знав на нього зробити. Я не можу. Так. Покажи, покажи! Да! Окей. Так. Це дуже корисна штука. Мені так подобається у морі. Ну, у морі грати. Так, защита, так. У щастя, удача плюс скорость, плюс удача плюс скорость, но шанс попадання ниже. А защити, ой, защиты, у грусти защита больше, скорость меньше. Ще там сік використовується, а сік використовується, щоб навики використовувати. Тобто, коли ти сумний, тебе б'ють, тебе знижається сік, і ти не можеш використовувати навики. А спокійно просто... От чесно, скажіть, ось це музло, яке отут грає в цьому саду, воно імба. Під нього засинати імба. Да. Я хочу туди, я хочу туди, я хочу з вами там потусити, в цьому світі снів. Я зараз плакати буду, бо це ніколи не станеться. А що ви плачете за ігри? Я ніколи не плакав вам ні на іграх, ні взагалі. Та ти камінь просто. Попа піся. Понял. Там просто цей пікнік, туди ближче буде. І якщо щось зажимаєш, то він біжить у морі. На шифті. А, блін, ти це мені сказала. Ну, я думала, ти знаєш, ти ж, типу, знаєш. Я забула. Ну, о, добре. Удачі там. Щоб путь від ядерки не прилетів. Послухай нему. Воно должно бути слышно. О, це воно за данки просить. Зберігатися біля цього, корзинка. Корзинка зберігатися. Що?